Здравствуйте, я председатель дома. Сейчас жалобы идут. Здорово. Надо посмотреть нам, что вы делаете. Заходите, а то пыль летит. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Что делаете? Перегородки, перегородки ломаете. Так. Сейчас хозяин сам приедет в квартиру. У вас какие планы? Кто бригадир из вас? Вот здесь будет ломаться и туда. Вот, вот это? Тобой, да? И вот это. И вот это. А это нет, это останется. Но это не несущие стены, здесь никакой опасности нету. Да, здесь балки стоят. А почему шум у вас? Вы что, отбойными молотками ее ломаете? Да ну, кувалды так нет. Кувалды... Так складывают, блядь. Так, что еще здесь? Санузел на месте, санузел, кабину убрали, да? Ну, это хрен с ним, ничего страшного. Тоже. Так, вот это вот остается это у вас? Это все будет, да, на месте. Это если остается. Это трогать не будет, но вытяжки. Нет, здесь ничего, только вот три стенки. И что-то баба звонит, блядь, жалуется, говорит, заебала, пыль уже в конец. Ну, он говорит, без пыли пошел, никак. Говорит, блядь, а это... Без пыли никак, тут у них такая работа, но ремонт надо делать. Они убирают же, моют за собой там все. Да? Это, как, ну, не вроде знаю, жители не жалуются. Сейчас мне писали жалобы. Ну вот они все вынесут. Да. Вот они говорят, что вот с гипса убираем, с гипса. Вот это останется, вот эти три, только и вот это уберется, и все. А вот это все останется. Это останется кирпичная, да? Но она тоже не несущая, так это под ригелем просто кирпичная кладка. Нет, ну, мы ее оставляем. Подвешивают балку все равно. Ну, только вот подожди, подожди, а там что это, проводку? Кто-то штробил ригель, вот это нельзя делать, конечно. Ну, видишь, он пробито нахуй. Вот, или здесь соединение, или проштробили. Нет, здесь балка сплошная должна. Ну, вы балки не штробите, мужики, вы знаете, да? Мы чисто вот гипсачу берем. Ага. И все, вот три стены. Ну ладно, все. Ну что сделаешь? Ну, надо ремонт делать, конечно. Работа эта закончится, а дальше уж грязь тоже закончится. Нет. Ну, блядь, чтобы нахуй не сложили, Влад. Ну все, ты, Владимир, сам посмотрел, все, ничего не видишь, ничего не заметил опасного здесь. Посмотри, да нет, чтобы спокойно. Как, ну, блядь, что это студия, хули там. Не, ну понятно, что это. Ну все, это то, что я тебе говорю, я стою. У меня подо мной, блядь, потолок, это пол шевелится. Ну понятно, понятно. Девятиэтажный дом, всем страшно, ясно. Сейчас идиоты, всяких бывает в жизни. Ну, мужики, вон, видишь, ничего лишнего не тронули. Все, этот гипс. Ладно, все, спасибо, что показали. Ломайте. Ломайте, хуй себе. Тихо, смотри. Они, видишь, даже мокрое одеяло повешали, чтобы пыль не вылетала. На соседке постучать. Постучи, ключ забыла. Ключ, конечно. Где? Поэтому. Я тоже так несколько раз оставлял ключи. Постучат, у вас ключи торчат. Что там это все? На самом этаже снимать совсем все. Я вчера снимал.